Я вот сейчас только прохожу и думаю, как вот жалко, что разбирают. У нас такая погода в Сибири, что можно до марта ждать. Вот мы же пришли и хотели сделать фотосессию, но вот ищем, где сделать. Рановато. Да постояло бы еще до конца зимы, было бы вообще прекрасно. И детишки здесь бы отдыхали, и взрослые. У нас и так мало мест, где вот именно праздничная атмосфера, настроение новогоднее. А это одно, наверное, из самых красивых в городе. Рановато. Можно было еще оставить, да, праздника немножко.